Представляю вам первое устройство в умной даче нового поколения. Это основной контроллер, управляющий умным домом. Значит, в нем находится роутер Zyxel и мегафон модем, который, собственно говоря, получает интернет 3G. Также установлен Orange Pi Zero, на котором крутятся микросервисы, управляющие умным домом. Также два блока питания на 12,5 вольт, которые подают питание к устройствам. Установлен микроконтроллер Node MCU, который управляет скоростью вращения вентиляторов и с помощью реле переключает на слабую либо на высокую скорость в зависимости от температуры процессоров роутера и микрокомпьютера. Значит, на радиаторах установлены датчики температуры, на этом и на этом. С них берутся показания и управляются вентиляторами.